Здравствуйте! Вы смотрите игровое шоу о русском языке «Наобум». Сегодня я приготовил для вас целую подборку фотографий с ошибками. Все они находились в разных городах на всеобщем обозрении. Итак, у нас здесь «Кортофель», «Прожажа», «Аперль». В общем, полный беспредел. Иногда это невнимательность, а иногда вопиющая неграмотность. Для того, чтобы вы говорили красиво, грамотно и без ошибок, существует наша программа. Итак, меня зовут Михаил Морозов, мы начинаем. Несмотря на то, что на дворе лето, счастливая пора всех школьников, 6 из них решили рискнуть и пришли к нам в шоу «Наобум». Это учащиеся 40-й Чебоксарской школы. Ребята, давайте знакомиться. Начинаем. Я Хуморова Анна, ученица 10 класса. И я иду по жизни с девизом «Дерзающим удача улыбается». Я хочу стать летчиком. О, отлично. Давайте встречать аплодисментами. Ребят, заодно будем бодриться. Я Кузьмина Ксения, учусь в 11 Б-классе. Участвую практически во всех возможных предметных олимпиадах, занимаю призовые места. Занимаюсь английским языком, увлекаюсь плаванием, а также обожаю путешествовать. Радость знакомству. Я так думаю, претендент на победу, судя по описанию. Здравствуйте, меня зовут Григорьева Елена, мне 17 лет. Я люблю животных, и особенно кошек. Люблю читать, гулять и вообще веду активный образ жизни. Супер. Продолжаем. Меня зовут Петров Иван, я являюсь активистом района, города, иногда даже в республиканских мероприятиях участвую, являюсь участником волонтерского корпуса в городе Чебоксары, также оканчиваю школу на золотую медаль и в свободное время занимаюсь конькобежным спортом. Меня зовут Горшкова Анастасия, я в свободное время от учебы занимаюсь английским языком, также рисую и читаю книги. Супер! Чтение книг помогает шоу «Наобум». Здравствуйте, меня зовут Екатерина. Я увлекаюсь вокалом, танцами, также люблю иностранные языки. В первую очередь английский. А еще я готовлю вкусные тортики. О, боже мой. Ты принесла тортик сегодня на программу? Да. Отлично, у тебя плюс один к карме и возможность пройти во второй тур. Шутка. У нас все честно, все прозрачно. И есть правила, естественно, как у любой игры. Я вам прямо сейчас расскажу эти самые правила. Это бомба, знакомьтесь. Бомба – это ребята, ученики 40-й школы Чебоксарской. Мы заводим ее, загадываем слог, на который вам нужно будет вспоминать слова. Вы произносите слово, передаете бомбу соседу. Думайте быстро, действуйте еще быстрее, потому что бомба может остановиться в любой момент. Игрок, в чьих руках бомба взрывается, к сожалению, покидает наше шоу. В конце останется только один победитель. Ребята, я вам желаю удачи. Давайте, ручки на мою. Все-все-все вместе. Удачи всем! Поехали! Итак, первый раунд, первый слог. Он в начале слова, это обязательно существительное, обязательно в единственном числе. И этот слог – ро. Роман. Поехали. Рост. Рояль. Ромашка. Ром. Уже? Настя, еще только начало первого тура. Роскошь. Роскошь. Роза. Так. Рок. Рок. Рот. Розмарин. Роман. Ролик. Роман был, верни, я сказал первым роман. Ладно, сейчас. Росток. Ролик. Ростов. Нет, имена собственные нельзя. Ростов нет. Ро-ро-ро. Ров. 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 Спасибо. Спасибо, подсказали. Родина. Родина. Ростовщик. Хорошо. Рок. Рок был. А рок... Рок г? Г. Да, все, отлично. Ваня, ты один мальчик. Не смей покидать нас после первого раунда. Давай, считанные секунды, уже приближение, чувствуешь? Дрожь, дрожь, дрожь в коленях. Ну, Ваня, Ваня, Ваня! Ну, я читаю, конечно, но я читаю не ту классику, которая в школе, и то я вот не совсем много читаю и больше увлекаюсь именно естественной наукой, математикой, физикой. И там у меня больше идет вот мышление, я думаю, 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 а насчет слова, ну, вспоминать, придумать, это не мое, наверное, поэтому и вылетел.
Здравствуйте, меня зовут Ольга Салтыкова. Я бизнес-тренер по деловому общению и эксперт программы «Наобум». Продолжаем знакомиться с интересными фактами жизни великих писателей и поэтов. Знали ли вы раньше, что Александр Дюма при написании своих произведений пользовался услугами помощников, так называемых литературных негров? Среди них наиболее известен Огюст Маке, который придумал основу сюжета «Графа Монте-Кристо» и внес значительный вклад в роман «Три мушкетера». Хотя нужно отметить, что именно благодаря таланту Дюма его романы, пусть даже выросшие из черновых заметок помощников, насыщались яркими деталями и живыми диалогами. Ну что, первый тур показал о том, что вы и в каникулы неплохо соображаете, но тем более выпускные классы, мне кажется, вам мозг-то расслаблять ни в коем случае нельзя. Поскольку мы действительно здесь собрались по поводу русского языка, литературы, откуда черпать словарный запас, как не из книг. Скажите, пожалуйста, много ли читаете и много ли читаете именно на каникулах? Ну давайте вот спросим у ученицы 10 класса, у которой действительно каникулы сейчас. Читаю я достаточно, но по программе... Не часто. А что читаешь тогда? Разные жанры. Я в основном люблю историю. Понятно. Все. Самая моя любимая книжка – это «Как закалялась сталь». Лен, как ты думаешь, вот сейчас закончишь школу, пойдешь учиться в институт, будешь читать? Конечно. Когда тебя не заставляют, когда вот не стоят рядом с указкой и не говорят «читай, читай, читай». Ну, учитывая то, что всю классику я, наверное, за школьный курс прошла, то сейчас я буду читать именно те книги, которые мне нравятся, и тех писателей, которые я предпочитаю. Кто это? Давай сразу же примеры. Ну, и вообще у меня любимых писателей нет, я скачу от одного к другому. Например, с последнего Стивен Кинг. Стивен Кинг. Да, ну, как раз вчера читала его рассказ «Давилка». Не очень приятный, но он хорошо пишет. Хорошо, так. Дальше, Настя, что у тебя со чтением? С чтением дела хорошо обстоят, но летом я стараюсь не читать, я отдаю это время себе. Гуляю, все такое, а чтение, скорее всего, больше времени к себе требует в школьное время, так как прочтешь летом, к весне уже забудешь, о чем ты читала, приходится заново просматривать материалы, вспоминать, о чем ты читала. Освежить память. Пользуетесь кратким содержанием? Или прям или вы такие ответственные ученицы, что прям берете книгу и от корки до корки? Ну, если мало времени, то да. Приходится вынудительные обстоятельства, которые вот. Но если пользуешься краткими содержаниями, то приходится прочитать еще и пару анализов, так как все не поймешь все равно. Но это в очень крайних случаях. Ну давайте проверим, насколько вам чтение помогает. Я предлагаю перейти уже ко второму туру нашей игры. У нас немного меняется правило. Если в первом туре у нас слог был в начале, то сейчас он перемещается в середину слова. То есть до этого слога могут быть буквы и после него не могут, а должны даже быть. Итак, внимание, слог в середине. Этот слог, по-моему, очень сложный. Ен. Сентябрь. Осень. Осень. Ну и вот, значит... Рента. Рента. Гренки. Корень. Корень. Ринат можно? Нет, но никаких имен. Было. Нет, имен собственных нет. Лента. Лента. Лень. Лень. Пень. Измена. Измена. Изменение. Да. День. День. Стена. Феномен. Единение. Тень. День, тень, да, все правильно. Лентяйка. Отлично. Так. Градус нарастает. Олень. Олень. Чувственность. Тюлень. Так. То тюлень позвонит, то олень. Снова Настя и снова слово. Ну, последние секунды, Настя. Преданность. Преданность. Там нет. Нету там слога «ен». Настя. Соня.
раунд был не совсем сложный, просто сложно вспомнить слова, которые как раз-таки подходят под этот критерий. И тяжело выбрать именно то слово. Например, была такая ситуация, что слово я выбрала, а предыдущий человек его уже сказал. Тяжело быстренько скоординироваться, выбрать ситуацию и сказать слово. За счет этого я и выбрала. Сегодня я хочу познакомить вас с необычными словами. Это старинные русские ругательства. Как только не называли на Руси людей. Про любопытного человека говорили, что он глазопялка. Болтливого обзывали бредки от слова «бред». Лежака – это лентяй, басалай – грубиян, шлында – тунеядец. Вот еще одно забавное, на мой взгляд, слово. Разлямзя. Так говорили о неповоротливом человеке. Оказывается, словарный запас у наших предков был намного богаче нашего. Итак, перед следующим туром, девчонки, давайте немного расслабимся. Все, забудьте просто про правила игры, про бомбу, все, нету ее. Давайте я прямо уберу ее вот сюда вот. Давайте немного пообщаемся и даже вообще на отвлеченную тему не будем говорить про русский язык, про литературу. Давайте поговорим о будущем. Куда хотим поступать? Я планирую поступать в Москву. Ну, хотелось бы. А вообще на ИНЯС. Москву на ИНЯС, так. Ты? Казань или в Питер. Казань или в Питер. Какое направление, куда? Филология, журналистика. Вот где-то в этой области. Подмазывается, да? Хочет выиграть в нашей программе сегодня, так. Я уже. Москва или Питер, международный менеджмент или же также ИНЯС. То, что увлекаюсь английским языком и изучаю его плотно. Поэтому. Так, все понятно. Здесь как? Казань. Хочешь в Казань? Да. И теперь вопрос, почему не Чебоксары? Вот есть такая статистика, каждый второй выпускник школы города Чебоксары уезжает в Москву или в другой большой город. Почему? Мне хочется узнать у подрастающего поколения. Спрашивает человек, который закончил вуз в Чебоксарах. Почему вы хотите уехать? Это на самом деле мне уже не раз задавалось этим вопросом, но я мечтаю об этом с 8 класса и хочу уехать в Москву, чтобы реально реализовать свои возможности. То есть здесь их реализовать, по-твоему, очень сложно? Ну, не знаю. Вот мне кажется, что в Чебоксарах я попробовала уже многое. И вот мне хочется именно чего-то вот где-то зацепиться в Москве, где-то в большом городе, показать себя, проявить. Понятно. Я так понимаю, ты планируешь стать, ну, как минимум, министром каким-нибудь, да? Нет, почему? Сразу президентом? Да. Конечно. Так, дальше. Почему ты хочешь уехать? Чтобы понять, смогу ли я жить одна. Вот сама все полностью делать. Ну, то есть самостоятельно. А здесь все равно поддержка мамы в какой-то степени будет. Даже если я не захочу. Все равно она будет меня поддерживать. Понятно. Здесь это самостоятельность двигается, да, добавляй. Ну, я соглашусь с Леной, потому что когда человек уезжает в другой город, это, наверное, как бы вот человека же, когда плавать учат, его вот просто выкидывают в море, и он плывет. И кто-то выживает, а кто-то нет. И как бы здесь вот просто, ну, как-то так. Вот да. Это сурово, да? Суровое поколение. Едешь в другой город, чтобы научиться самостоятельности, и вот уже где-то к 25 годам быть такой уверенной в себе. Я многое прошла. Сильной, независимой. Тараканов в общежитии и так далее. И в голове тоже. Да. Выгнала. Так, Ксюша? Во-первых, это больше возможностей, как я считаю. Ну, а во-вторых, это... Хочется смены обстановки, хочется что-то поменять в своей жизни, так же, как Катя, проявить себя, поменять что-то, показать себя. Ну, а Таня тоже хочет, я так понимаю, уехать. Давай послушаем, почему хочешь уехать, почему не родной город? Потому что я думаю, что перемещаясь по стране, по миру, расширяется кругозор. Просто жить на одном месте – это неинтересно. Выпускники школ из районов, например. Из маленьких городов Чувашии, из районов Чувашии, стремятся, наоборот, в Чебоксары по тем же самым причинам. Все верно. В принципе, логично. Но это же не значит совершенно, что вы не любите наш город. Сейчас провокационный вопрос. Конечно, мы будем скучать по нему. Там, а наоборот, это будет чувствовать, что мы любим свою родину, свои Чебоксары, свою Чувашскую республику. И будем приезжать сюда просто с удовольствием, с любовью. И будем уезжать со слезами. Я очень люблю Чебоксары. Да, очень красивый город. Но мне надо уехать. Мы можем выучиться там, вернуться, работать сюда. Вот, я тоже об этом хотел сказать. Я лично так и планирую.
А ты хочешь вернуться к нам в республику? Да. И это замечательно, и это хорошо. Вам удачи и удачи в том числе в следующем раунде. И пам-пам-пам-пам, она возвращается, наша бомба. Без нее так хорошо. Без нее полегче, да, было? Спокойнее. Итак, внимание, третий раунд, если у нас слог уже был в начале, был в середине, сейчас он перемещается куда? Конец. Молодец, все. ЕГЭ по-русскому можешь не сдавать. Уже 100 баллов есть. Итак, внимание, слог в конце, этот слог... Ор. Юмор, например. Начали. Аня, поехали. Говор. Говор. Мотор. Мотор. Лена, Лена. Гонор. Гонор. Лор. Неужели сложное задание? Нормальное вроде. Нормальное вроде бы. Аня, нормально же все, да? Нора. Нет, нет, в конце, слог в конце. Ор. Она все еще во втором раунде просто. В конце ор. Ну, тебе зрители подсказывают, вон, телезрители, вот кричат буквально, сидят на диване. Под... Да, вот это самое мор. Слово. Молодец. Спасибо. Фурор. Фурор. Минор. Минор. Хор. Хор. Есть минор, а есть... Быстрей. Мажор. Да. Метеор. Метеор. Мор. Мор. И Аня. Да. Все, вернулась. Вот это была скорость, конец. Вот это ускорились. Отлегло сейчас, да? Так получается, что когда выходишь после раунда, то в голову приходит сразу множество слов, которые почему-то не приходили, когда я была в игре. И снова о литературе. В басне Ивана Андреевича Крылова «Стрекоза и муравей» есть строки. «Попрыгунья стрекоза лето красное пропела». Однако известно, что стрекоза не издает звуков. Дело в том, что в XIX веке слово «стрекоза» служило обобщенным названием для нескольких видов насекомых. А героем басни на самом деле является кузнечик. Перед следующим туром мы прямо сейчас немного пообщаемся, конечно же, на школьную тему, поскольку здесь с нами играют ученики 40-й Чебоксарской школы. Итак, девчонки, в этом году, по предложению президента России, вновь ввели в школьную программу в обязательный экзамен сочинение. Да, писали уже сочинение? Уже писали сочинение. К тому же без сочинения к ЕГЭ не допускают, как я понимаю. Да, давайте поговорим об этом. Вот плюсы и минусы наверняка есть, отношения разные. Давайте начнем с Ксюши. Я считаю, то, что плюс – это то, что вот это данное сочинение подготавливает детей к ЕГЭ, потому что и в ЕГЭ, и сочинение, следовательно, мы читаем литературу, и также мы находим аргументы для ЕГЭ. А минус – это то, что мы просто очень много времени как раз-таки тратим и нервов, времени на это сочинение, и, соответственно, время для подготовки ЕГЭ, оно уменьшается. Это, опять-таки, нервы, все очень нервозно, переживаешь, но все-таки, я думаю, что плюс все-таки перевешивает. Известные результаты сочинений. Как с сочинениями справились выпускники вашей школы, 40-й школы? Отлично. У нас все получили зачеты. Зачеты, да. У всех зачеты. То есть там 5 критериев, по каждому критерию ты получаешь зачет. Ну, и грамотность, нас... содержание, да. И так далее, да? Понятно. То есть оценки не ставятся, просто ставится зачет, и это, да, своеобразный допуск. Но при поступлении могут достать это сочинение, то есть найти, и уже за него приплюсовать баллы к твоему... Сколько времени пишется сочинение? 4 часа. 4 часа. Достаточно ли этого времени для того, чтобы... Море. Достаточно. Достаточно. Тем более, если хорошо подготовиться, и по сравнению с ЕГЭ по литературе, это легко. Хорошо, я надеюсь, вам поможет то, что вы написали сочинение, что у вас у всех зачет, поможет уже в следующем раунде. Я говорил о том, что это полуфинал, и сейчас у нас следующее задание. Наш слог может быть универсальным. Он может стоять как в начале, так и в конце, и в середине слова он тоже может находиться. Казалось бы, полегче, но мне кажется сложнее, потому что вариантов больше. Слог «ал». «Алмаз». Поехали, Ксюша. Параллелепипед. Параллелепипед. Параллелограмм. Параллелограмм. Отлично. Мало. Ну, верни. Существительные в единственном числе. Мало. Валенок. Валенок. Маляр. Маляр. Малость. Малость. Алый. Алый нет. Алый нет. Алла тоже нет сразу. Я знаю.
Аллергия. Фу. Аллергия отлегла. Мальчик. Наличка. Что-то быстро так. Аллегория. Ага. Аллюзия. Аллюзия, есть такое слово, да-да-да. Ралли. Ралли. В любом месте слово слог «ал». Ну? У меня такое слово не... Нормальное слово. В больницах, да, его используют? Нет, быстрее, быстрее. Алкаш. Алкаш, хорошо, дальше. Пальчик. Пальчик. Мальчик. Был мальчик. Растерялась как-то. Ну, на самом деле, пока мы сюда шли, мы по дороге вспоминали слова, и как раз был слог «ал». Но я все слова забыла, просто все из головы вылетело напрочь. Поговорим об ударении. Сегодня изучим сразу два слова. Оба можно проверить. «Искра» или «искра». Попробуйте произнести это слово во множественном числе, и ошибиться уже не получится. «Много искр» – значит и одна искра. «Сливовый» или «сливовый» – здесь ударение тоже ставится на первый слог. При этом абсолютно неважно, говорите ли вы о варенье или о цвете. «Сливовый» и никак не иначе. Какое будет проверочное слово? Конечно, «слива». Мы уже привыкли к тому, что школа отправляет к нам на игру, на шоу «Наобум» самых начитанных учеников, но до финала доходят только самые лучшие. Девчонки, я вас поздравляю, вы в финале. Спасибо. Мы за кадром здесь узнали, что девочки дружат, и сейчас будет как, битва подружек, или все, дружба на время приостановилась? Нет, мирно. Кто выиграет? Хорошо, кто выиграет? Я даже не могу сказать честно, потому что... Дипломат, хорошо. А ты как думаешь? Я тоже не могу сказать. Сразу понятно, что каждый хочет выиграть. Каждый дружбу хочет победить. Дружбу выиграть. Такое бывает? В вашей программе? Вы знаете, нет. Остается только один, как горец. А если исключение сделаю? Все начинается сейчас тут. Мы не на рынке, все, давайте не будем торговаться. Девчонки, вопрос такой. Считаете ли вы себя грамотными? Не могу сказать, что грамотная на 100%, потому что человек учится все-таки всю жизнь. И поэтому даже преподаватель русского языка, он тоже говорит о том, что многое он узнает в течение жизни. Поэтому на протяжении всей жизни что-то приобретаем новое. Ксюша, ты в МГИМО собираешься поступать? Очень хотела. Совершенству нет предела. Да, точно. Хорошо. Часто ли вы слышите от друзей, от, может быть, взрослых, какие-то ляпы? Не там ударение, не так произносят слова? Да. Порой бывает, даже на моей практике было такое, что люди, вроде которые для меня оказались такими прям крутыми, значимыми, совершали ошибки в словах, и это вот прям вот, особенно сейчас в 11 классе, когда готовишься к ЕГЭ, прям вот ударяет по ушам. Например, давайте прям вот живые примеры. Ихний. Достаточно часто у нас в городе можно услышать слово ихний. Знаменитое звонит. Ты позвонишь мне. Хотя надо звонит. Так, еще. А торты, которые многие говорят, торты. Торты. Да, опять. Не стерла, а состерла, некоторые говорят. Давайте будем говорить правильно. Ну, конечно, по крайней мере, в рамках нашей программы нас будут смотреть телезрители и будут учиться грамотной речи. На это мы, собственно говоря, и рассчитываем. Итак, внимание, девчонки. Вы готовы, надеюсь, уже к финалу. Да. К битве. Мы сейчас кардинально меняем правила. И в финальном раунде вам предстоит сейчас вспомнить правила русского языка и озвучивать их по очереди. На ком бомба взорвется, это, собственно говоря, выбывает, и останется только один победитель. Я знаю только одно правило русского языка, которое приходит мне на ум сразу же. Не это «жиши», «пиши» с буквой «и». Дальше ваш выход. Поехали. «Чаща» через «а». А, отлично. «Чущу» через «у». Хорошо. Говорить «причастие» пишется одна «н», когда оно независимое и одно, и когда нет приставки. Оно несовершенного вида. Приставка «при» пишется, когда можно ее заменить на «очень». То есть вы понимаете? Да, давай, передавай. А «при» — это приближение и присоединение. «При». «При». А, да. Две буквы «н»
прилагательных пишется, если ен. И еще одно. Ну-ка. Договори. А одна буква напишется в прилагательных, когда ан-ян. Хорошо. Да. Второе, если у глагола второе спряжение, пиши букву и в окончании. Если первое спряжение, пиши е. В кратких причастиях всегда пишется одна буква н. Лак, ложь, перед г, а, перед ж, о. Стил, стил, если стил, если идет суффикса, то нужно писать и. Две буквы «Н» в причастиях, когда есть зависимое слово «совершенно вид». Чего? Быстрее, 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 быстрее! Нет! Катя, Катя! Препишется, когда... Ну почему, простите меня, пожалуйста! Препишется, когда успеваешь. Простите. Удивительно, но мне на ум пришли как раз-таки те правила, в которых я плохо разбираюсь, которые я сейчас, наоборот, подтягиваю. А вот такие вот имена, когда, например, собственные имена пишутся с большой буквы, я про них как-то даже забыла. Я вас поздравляю, дорогие друзья. Если вы болели за Ксюшу, то настало ваше время. Ксюша побеждает в нашей программе. Ксюша, спасибо тебе большое за игру. Получай от нас подарки. Во-первых, два пригласительных билета в Театр юного зрителя. Отправишься, надеюсь, вместе со всей командой? Конечно. Надеюсь, меня возьмут. Хорошо. Теперь вот такой вот календарик от компании «Бизнес-диалог». Держи, это тоже тебе. И в довесок к этому календарю сертификат на посещение мастер-класса или семинара в компании «Бизнес-диалог» в 2015 году. Это тебе. Спасибо. Компания «Бизнес-диалог» — это фирма, которая развивает и оценивает персонал, а также проводит семейные тренинги. Сотрудники организации учатся грамотно писать деловые письма, вести переговоры, общаться с посетителем, как того требуют современные стандарты клиентоориентированных компаний. А вот тренинги для родителей с детьми. Управляю временем и все успеваю. Этикет, протокол, хорошие манеры, публичные выступления. Легко и убедительно. Компания «Бизнес-диалог» — это современные арт-технологии, интерактивные формы развития интеллекта и профессионализма. Выбирайте программу на сайте и обучайтесь с удовольствием. На самом деле здорово, что существуют такие программы. Я не ожидала никак, что я дойду до финала, тем более выиграю. Мне кажется, что здесь большинство больше преобладает именно паника, то есть ты ищешь слова, никак не можешь, так сказать, все это преодолеть. Но так, действительно, игра развивает, показывает твой уровень знания языка. И опять-таки повторюсь, что я рада, что я пришла и тем более победила. Спасибо тебе большое за игру еще раз. Ну и обращаюсь ко всем телезрителям. Дорогие телезрители, развивайтесь вместе с нами и принимайте участие в нашей программе. Звоните, приходите, играйте, выигрывайте! В заключении программы очередная цитата. На этот раз известного писателя Константина Паустовского. По отношению каждого человека к своему языку можно совершенно точно судить не только о его культурном уровне, но и о гражданской ценности. Истинная любовь к своей стране немыслима без любви к своему языку. Человек, равнодушный к языку – дикарь. Давайте не будем дикарями, будем учить и знать наш родной русский язык. До новых встреч!